В минувшую субботу, 3 июля 2021 года, небольшой японский курортный город Атами, расположенный на острове Хонсю и являющийся одним из наиболее популярных в стране курортов, благодаря наличию термальных источников, оказался на пути сильного селевого потока, спровоцировавшего сход оползня. Причиной природной катастрофы стали продолжительные и сильные дожди, наблюдавшиеся на востоке Японии. Японские метеорологи сообщали о выпадении за сутки в префектуре Сидзуока, где и расположен город Атами, 200-300 мм осадков, а местами и более. Оползень сошел с вершины горы, у подножья которой расположен город, в 10 часов 30 минут утра, а его протяженность составила около 2 километров. В городе разрушено более 130 домов, повреждены дороги и мосты, потоки грязи и воды унесли несколько автомобилей, нарушено электроснабжение. Спасателям удалось найти живыми 19 человек, а двое, к сожалению, погибли. Около 500 жителей были эвакуированы из пострадавшего района. Власти префектуры изучают вопрос, не явился ли оползень результатом массовой застройки, в ходе которой было вырублено несколько лесов в этом районе, и что, возможно, снизило способность горных почв удерживать воду. По прогнозам метеорологов, сильные дожди в этой части Японии продолжатся и сегодня, а совокупное количество выпавших за двое суток дождей превысит 500 мм, что угрожает новыми подтоплениями, сходом оползней и селей. いる方にいます。おそらくここに救助関係でたくさんの救助車両が来る可能性があります。駐車場